не утверждаю. Здравствуйте. О, долго. Вы новости смотрите, да? Да нет, вот что-то прощание с Андреем Краско. А кто это такой? А, Андрей Краско, ну, это шахтер. Так он давно уже не стало его. Ну да. А вы только сейчас решили посмотреть? Или сегодня годовщина? Нет, или он умер в 2006 году, но это как-то на Ютубе оно выскакивает. Вот это. А-а-а. Вот периодически. Хороший актер был, мне нравился. Да. А вы сами откуда? Я Миша из Канады, город Эдмонтон. Вадим, Украина, Киев. Вадим, Украина, Киев, я понял. Ну, Вадим, какие темы обсуждаете на рулетке? Вы знаете, иногда интересные, ну, то есть что-то так, чтобы глубоко, вот, просто так вот, общаясь с людьми, что-то интересное для себя черпаю, то есть, так. Я понял. Что-то узнаю. Вот мне интересно по поводу средств массовой информации и органов пропаганды Украины. Ну, пропаганда в смысле в хорошем значении этого слова. Пропаганда бывает и хорошая, бывает плохая, сами понимаете, да? Ну, да. Такой у меня вопрос. О том, что Зеленский посетил Канаду, парламент, выступил там с речью в парламенте. И о том, что туда пригласили ветерана войск СС Ярослава Гунько, это, ну, и чествовали его там, хлопали, назвали канадским и украинским героем. У вас это показывали? Да. Показывали. А мы не показывали, как вы интерпретируете. Не-не-не, про нас забудьте. Про Канада. Показывали, что в Канаде? Ну да. А на следующий день показывали, как правительство Канады и народ Канады отреагировал на это, или не показывали этого? Ну, показывали, что против вот этого, и плюс, что он же, по-моему, сняли спикера, который пригласил его. Он сам ушел. И плюс, что его депортировали. Нет, или... его не депортировали, он сам уехал. Он сам уехал. Ну, да, и что? Ну, а в каком, вот самое главное, понимаете, в чем? В каком ключе у вас это показывали? Здесь не просто так сняли, здесь правительство Канады извинения принесли перед населением Канады, перед еврейской общиной, и зачем-то они еще извинились перед украинским народом тоже. Мне вот это непонятно было, зачем они перед украинским народом извинялись? Вы хотите, чтобы я за правительство ответил, или я свое личное субъективное мнение? Абсолютно лично ваше субъективное мнение. Вы понимаете, ну, смотрите, лично мне, для меня вот это, ну, СС Галичина, то, что он служил там в этом, это неприемлемо. Так. Ну, потому что у меня вот мои предки, ну, вот, то есть мой дедушка, вот, по крайней мере, вот служил в российской армии. Ну, Красной армии, имею, скажем так. Ну, в советской. Да. Грубо говоря, ну, да. Это. Но для меня СС Галичина и войска НКВД одно и то же. Одно и то же. Вот. Одно и то же. А почему? А я тебе. А вот тут вот уже вот интересно получается. Вот смотрите, в 1939 году, когда пришли советские войска вот на эту Галичину, ту же самую, ну, как мы говорим, Львов, это. Помните, вот следующий аргумент у вас будет в 1941 году, когда вот приветствовали Гитлера, плакат, что мы... Давайте про НКВД, которые пришли на Галичину. Кто это были? Это, да. Откуда они пришли? Советского Союза.
А почему вы так обобщаете Советского Союза? В каждой республике, в каждой республике были свои войска НКВД. Местные. На территории Украинской Советской Социалистической Республики командованием НКВД республики занимался Киев. Выполняя поручения, естественно, Москвы. Это естественно. Но набирали туда из местных добровольцев. Поэтому НКВД, которые пришли на Галичину, составляли в основном украинцы. Ну, ну и что? И что получается? Ну, так, в 1939-м, когда пришли НКВД, они начали загонять всех народ в колхозы. Начали депортировать это. До 1941 года... Вы говорите, депортировать это. До 1941 года непонятно, всех говорите. Кулаков и всех этих вывезли, начали вывозить... Кто такие эти? Кто такие эти? Кто такие эти? Вы говорите, и всех этих... Подождите, кулаков, так, и всех которые этих. Не хотели входить в колхозы. Так. Вы представляете, вы были на Украине когда-нибудь? Конечно, был на Украине. Вы видели западные, вот Львовское, Ивано-Франковское, Тернопольское? Да у меня там родственники живут в Ивано-Франковской области. Правильно. Ну и что? Отлично. У них есть села? Или у них хутора? Или у них делянки вот наверху? Ну, разные есть. Ну и что? В основном, вот, вот представьте, что людей заставляли вот с делянок сдавать вот этот овцы, овец. Подождите, вы из Киева, вам что до них? Подождите, вы мне спрашиваете про НКВД, которое вот в 41-м году, СС Галичина. Откуда она формировалась? Нет, вы сказали, что у вас отношение как к Галичине СС, так и к войскам НКВД одинаковое. Одинаковое, как да. Вас затронуло НКВД? Меня? Ну, не вас, ваших родственников, вашего деда, который воевал, в конце концов, на стороне Красной Армии. А у него выбора не было. Потому что, вот помните... То есть его, его туда насильно погнали, что ли? Конечно. А что нет? И бабушка мне рассказывала. Что его насильно погнали? Конечно. Воевать против, против нацизма, да? Против нацизма в 43-м. А он не хотел против нацизма воевать, да? А его спрашивали. Ну, я вас спрашиваю, он не хотел воевать с нацизмом? Какой нацизм? При чем здесь нацизм? Ну, Гитлер напал на Советский Союз. Секундочку. Немцы. Гитлер... Вот немцы, вот есть. Правильно. Какой нацизм? Он не знал даже слова нацизм. Он читать не умел. Дальше что? То есть он считал, что друзья пришли к вам? Пришло вот у быдла. С одной стороны, те говорили, что убьем коммуняк, вам дадим землю. Пришло с другой стороны. Убьем немцев, мы вам дадим землю. Подождите, с другой, стороны, с другой стороны никто не приходил. С другой стороны, вы все свои были. Кто с другой стороны пришел, убьем немцев? Смотрите, 80%, вот если взять 100% населения, 10%, которые коллаборанты, которые будут принимать любую власть, которая придет. Статистика у вас это откуда? 10% будет против этой власти. А 80-70, ну плюс-минус. Вадим, да, Вадим? Им все равно пофиг. Вадим, да? Какая власть? Подождите, Вадим вас звать, да? Ну, Вадим. Да, да. Вадим, откуда да. У вас эта статистика? С каких ресурсов? А вы откройте любую статистику. Вы любите вот эти судебные вот эти очерки. Почитайте. Им все равно. Лишь бы вы давали деньги... Было мирное время, была заработная плата, им все равно какая власть. 70-80% им все равно. Потому что революцию делали. Вот большевики, сколько их было в 17-м году? Угу. Вот сколько подождите, было? За революцию давайте закончим сначала с борьбой против нацистской Германии.
Итак, ну, давайте, нацистская подожди, Германия мы пришла. Не можем, мы не можем сейчас. Можем. То есть вы не можете сказать, могу, что немцы пришли, да, и сказали, что, ребят, они с какими лозунгами приходили? Кто? Немцы. Они без лозунгов приходили. Они пришли, подождите, и начали мочить всех. Нет, подождите. Давайте. У них был лозунг. Он был лозунг. Какой? Убираем большевистскую власть. Мы вам даем волю. Мы вам даем землю. Ну, посчитайте. Даже обращением Бандеры, вот, которое вот все 31 июля 41 года. Что он сказал? Вот это. А вы посчитаете. Давайте я вслух прочитаю. У меня это есть. Хотите? Подождите. Ну давайте. Ну вы же сами сказали. Я верю вам. Так а что он сказал? Что он сказал? Да, мы приветствуем Гитлера. О! Да, подождите. Ну, я не спорю с вами. Оно так и было. Да. Ну, вместо Гитлера поменяйте Сталина, и все то же самое будет в 39 году. Нет. Все то же самое. Что то же самое? Поменяйте Гитлера на Сталина. Прочитайте мне, где про Сталина Бандера говорил такое. Поменяйте. Нет, Гитлера зачем я буду менять? Сталина. Это фантазия ваша. Так, а я вам говорю, то же самое в 39-м так же встречали Сталина. Нет. С распростертыми объятиями. С удовольствием встречали Сталина. Нет. В 39-м году. Нет. Что освободитель украинских земель. И, наконец-то, мы вам даем волю и свободу. А где это прочитать? Где это прочитать можно? В 41-м году. Что Гитлер говорил? Что? Мы убираем большевистскую власть. Вы им даем волю. А где он это говорил? Кому? Но подождите, я не спорю. Вы спросили мое мнение? Я же не историк. Подождите, я не спорю, как историк с вами. Так я не знаю, что вы мне тогда рассказываете. Так а зачем вы меня спрашиваете? Я спрашиваю вас, почему вы одинаково относитесь к НКВД и к Галичине СС? Галичина СС... Секундочку. Потому что под Киевом есть, например, Быковня, которая 40 или 50 тысяч уничтожена. И есть Бабий Яр, который немцы уничтожили, евреи. Подождите, стойте. Давайте говорить правду. А я вам что? А вы говорите неправду. А вы говорите неправду. Как это неправда? Ну, потому что в Бабьем Яру евреев расстреливали руками украинских националистов. Немцы грязную работу не делали. Да ладно. Да, ну что вы говорите? А вы откройте архивы, посмотрите фотографии, кто стоял с автоматами в руках, и увидите. Вам стыдно будет, наверное, за них. Да, боже мне, упаси, мне стыдно. Чего мне стыдно? Ну, это ж ваши соотечественники, которые сегодня на Украине возведены в ранг национальных героев. Подождите. Да. Мы совсем про разные вещи говорим. Почему про разные? Про одинаковые вещи. Я вам говорю, ну, мне то же самое НКВДшники, мордвины или вот эти буряты, которые расстреливали. Я вам могу показать листовки, которые были. И что? Не перебивайте меня, пожалуйста. Я вам могу показать листовки. Ну вы что надо, тяжело, я понимаю, тяжело. Чем больше мы расстреляем, тем лучше. Где это написано? А где написано, что НКВД? Вот я про НКВД я говорю. Где написано, что НКВД? Говорили, что чем больше расстреляем, тем лучше. Где это? А где написано, что Гитлер? Вот вы сейчас... Подождите, написано, что Гитлер? Я вам про Бандеру говорю, я говорю про украинских националистов. Так я вам могу показать листовки, где Бандера через своего Ярослава Стецко передавал листовки для своих бойцов, где написано было «Народе знай, что жидово, ляхи, москали, ну русские,
и эти цыгане, там, как они называли, романы эти, румыны, це враги ваши, нищ их, то есть убивай народ, людей по национальному признаку, это в его листовках. Так вы что, мне голову пеплом посыпали или что? Не, я просто спросил, как так получается, что Канада извинилась перед украинским народом за то, что осквернила стены их национальным героем. Как так можно? Как это вообще, где логика? Вот я ваше мнение. Почему Канада извинилась перед украинцами в то время, как украинцы этого же самого Ярослава Гунько героем считают? Почему? Потому что Зеленский сказал своим ротам: это украинский герой. Причем он не принес извинения канадскому народу за то, что назвал его украинским героем. Понимаете? Вот я и спрашиваю, почему канадцы извинились? Я вам скажу ответ, почему. Вы, очевидно, не знаете, почему канадцы извинились перед украинским народом. Я вам скажу, почему. Говорите. Что канадцы на уровне простого народа, правительстве это знают. Тут не говорят об этом вслух, о том, что сегодня улицы ваших городов, ваши общественные заведения публичные называют сегодня именами вот этих самых головорезов, нацистов, СС Галичины и прочего дерьма. Народ простой тут просто в шоке от того, что происходит в данный момент. Понимаете? Поэтому Канада вслух извинилась перед украинским народом, чтобы якобы дать понять канадцам, что типа это у них не герои. Ну, это ж обман. Канадское правительство знает о том, что кто у вас герои и кому вы сегодня поклоняетесь. Вы, я имею в виду, официальная позиция правительства. Не все украинцы такие. Понимаете, о чем я говорю? И вот эта вот манипуляция, ну, я ж не виноват, что вы делаете вид, что не понимаете. Я не понимаю, в чем проблема? Ну, проблема в том, что Запад вот страны, никого там не подставили. Западные страны в лице тех, кто поддерживает, ну, якобы поддерживают Украину, народ этих стран в неведании, что творится на Украине. Да. А что у нас творится на Украине? А у вас на Украине процветает нацизм. Да. Как? Не плачьте, все хорошо. А вы расскажите вы. Вот я киевлянин, а вы мне расскажите, как нацизм у нас процветает. Вот я киев... Вот, вы киевлянин, я вам объясняю. Объясняю. Нет. Таким образом, что вы... Трусы оденьте вообще-то, когда поднимаетесь. Как вот это? И что у нас происходит? Ладно, смотрите. Когда вы прославляете нацистов, это разве не нацизм? Кого вы прославляете? Бандера, Шухевич, Мельник, прочее. В чем Бандера был неправ? А призывы к уничтожению народов по национальным признакам? Это он правильно делал, да? Мы не можем сейчас представлять можем? И осуждать. Как-то не можем. Можем. Галичина СС была, войска СС были осуждены на Нюрнбергском трибунале, а Галичина СС часть этих подразделений. 25-26 том почитайте, откройте. Не были. Были. Не были. 25-26 том откройте, почитайте. То есть Волынская резня это как бы нормально, да? Волынская резня это отдельная. То есть за это не осуждали, да? Это с поляками мы сами решим вопросы. Без кацапов. Дальше. Ну. Без кацапов? Кто это ну, мы? Да. Вы себя уже к Галичине СС приравняли. Украина сама решит без кацапов. Нет, извините. Дальше. Вы знаете, когда погибших... Кто когда по...
Вам какая разница? Объясняю разницу. Когда количество погибших в том или ином инциденте более 50 человек, это уже не внутреннее дело страны, это уже международное дело страны. Понятно вам? То есть... Кто так решил? Это законы такие. Какие законы? Я сейчас буду искать вам международные законы. Если более 50 человек, то это уже обсуждается на международном уровне. Комиссия назначается международная по расследованию. С поляками мы решили. Это не вы с поляками будете решать. Это уже решается на международном уровне. И поляки, например, польский министр образования потребовал от канадского правительства, чтобы этого урода Ярослава Гунько выдали Польше для суда. Хорошо, выдали. Ну, до свидания. Выдали. Я даже не спорю. Не выдали. Он сбежал в Аргентину. Хорошо. Пусть Аргентина ему выдаст. Мне такая... А Украина при чем здесь? Так он же украинец. Ну и что? А на Украине сегодня такие, как он, герои являются. С чего вы решили? Улица Шухевича, например, в Одессе есть. Стадион имени того же Шухевича в Тернополе есть. Улица Степана Бандеры, вам прекрасно известно, где она находится. Понимаете? Вместо Московского проспекта. Ну, что дальше? А дальше уже, дно пробитое. Ну, почему пробитое? Потому что, например, Европарламент Бандеру признал нацистом и коллаборационистом. Нет, не признал. Признал. Официально признал, это есть в резолюции по Украине в Европарламенте. Вы меня перебиваете, не слушаете и врете постоянно. Я вам могу предоставить доказательства. Резолюцию Европарламента 2010 года. Что мы сделали? И что? И мы должны полюбить из-за этого Россию? А я вам не требую, чтобы вы Россию любили. Я требую, чтобы вы поставили к стенке тех, кто... Что еще раз? Это наши проблемы украинские. Не, вы тут ошибаетесь. Дело в том, сейчас я вам объясню. Украинскими проблемами это быть не может, поскольку вы до сих пор топчете великую русскую землю, которую сегодня назвали украинской землей. И придумали такую национальность – украинец. Кто такой украинцы и чего они хотят? Почему это Грушевский такую брошюру написал? Это Византийская империя. Чего? Вообще, Византийская империя. Какая разница? Киевская Русь, Византийская империя? Нет. Хорошо, турецкая. Нет. 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 Это была турецкая империя. Нет. Дальше. Нет. Как и Крым, который был до 1785 года. 83-го. 83-го. Хорошо, 83-го. Это был турецкая империя. Ну и что, что было? И что было? Было, но прошло. Русский солдат пендалем всех выгнал и сделал это все русским. А мы сейчас считаем Что? Как это сказать? Христианство и веру. Вот это мы по византийскому. Нет, вы то, что вы там раскольничество придумали, мы это все на место поставим, несцы. Вопрос не в этом. Да, мы несцы, я уже ссу дальше. Ну. Так хорошо. Сколько там нас смотрит? 1100 человек. Друзья, полюбуйтесь, вот это вот настоящий украинец. Мало того, что он тут ходит без трусов, своими мудями трясет, он еще стоит, с нами разговаривает и ссыт в туалете, блин. Тьфу на тебя, говна кусок. Пошел вон отсюда.